Этот билд, что это было? Так, и что мы делаем? Вообще, с Rainbow Budge, конечно, надо было во все виды еды идти, в святую сковородку, да? Сейчас еды миллион будет в магазине. Не в заточку. Радуга, это минус 5 рейтинга. Это же замечательно. На рейнджере-то? Ну, а чё, нет. Да, на рейнджере. Чтобы критовать ей. Не знаю. Бан стримеру, да за что? За что? За что? Ну, ладно, включу. Все, закончился бан. Был бан стримеру, бан, понимаете, бан на 3 минуты, бан. Железный меч буду делать, наверное, в Губерта до стального, да, буду. Скорее всего. Потому что иначе не знаю, во что мне еще играть. Стальной Губерт норм. Ну, типа, уже есть Ветстоун, пойдет. Стальной Губерт всегда сильный. Делать радуга дает 5 рандомных бафов и дает возможность собирать все предметы всех классов. Не буду еще одних лаверов брать, слишком дорого. Огоньки, блин, тоже можно копье сделать огненное. Ну но... почему из всех вещей это карты? Ну потому что вы, ну потому что пришли карты. Потому что таков путь. Миш. Из
Резная карта, да, дракончики, может быть. Дракончики под стального Губерта ничего такие. Огненный меч. И через рапиру. А при чем здесь рапира? И зачем тогда на мне огненный меч? Огненный меч говно, у тебя не будет генерации огня. Ну, с картами в Бладторн, ну, желательно, да, скорее всего. На лучнице это Бладторн с картами вообще звучит отлично. Блин, тут еще третий лавр, может все-таки взять? Нахер банан? Блин, банан пригодится еще. Видимо, карты должны выходить из... Хорошо, и что тогда? Эта карта бесполезна. Да не, просто оставляем огонек и этот... Всё. Не знаю, я не знаю, как это сделать. Может быть, карта кританет хотя бы, раз я ее сюда поставил. Два... Она кританула! У нее реально был 19% крит шанс, и она кританула. Морковка, когда у тебя есть 4 удачи, у меня сейчас есть практически 4 удачи, да? Раз карта, два карта, три карта. Реверс, наверное, кал. Драконий корп, кал. Хотя у меня есть шипы. Не, тут нужен огонь, а не шипы. Ролим, ищем Губерта. Лук за 4 по скидке на 15%. Куда я его ставить буду? Ну его потом под стального Губерта хорошо будет. Ну, по скидке все равно надо купить. Что еще делать? Флейта, банан, еще карта нет. Может быть, снимать радугу, если ищешь плеть, меч и Губерта? Может быть. Не знаю. Какая ж дичь. Блин, мне единички, да, удачи не хватает для того, чтобы морковка начала прокать. Ей, миллион бафов. Один каждого типа. Ура. Опор. Радуга дает четвертый лак. Да, кстати, радуга дает четвертый. Логично. Ягодка. Уголек. Уголек обязательно. Шипастый лук. И найти карты, которые дают нам этот. Криты и гарантированные вот этот спейдс, карты шипов, тузы. Ягодку для накачки лака. Да не, вряд, вот тут вот вряд ли. Блин, вот теперь сложновато расставиться так, чтобы это было хорошо, да?
Обязательный банан и, наверное, тебя. А шип я так и не купил, да? Надо сейчас будет убирать радугу, чтобы рюкзаки искать. Я думаю, я это все равно выиграю. Что-то с радуги хочешь найти. Я не буду удалять радугу никогда, потому... Ну, нет, я могу ее... Я ее сейчас уберу, чтобы рюкзаков поискать. Но, конечно же, удалять я ее не буду до конца игры, потому что, ну, мы тестируем ее. Да-да-да-да-да, шип. И крит... Он еще и две удачи дает. Губерт. Стальной мой, родной. Рюкзачок, наконец-то. Рюкзачок, ту-ду-ду-ду-ду. И лучок. Ту-ду-ду-ду-ду. Огонек точно можно продать. И, наверное, морковку нахер. А, шип потом. Еще бы шипастые эти. Косу теперь нужно найти под шипы. Или это перебор уже? Блин, может все-таки вставить вот так вот. Блин, без банана совсем не будет стамины. Вы еще косу под шипы, эту самую. А ты какую думаешь? Банан заволочь. Еще один мне не нужен, у меня будет хватать стамины сейчас. Медиум должно хватить на бой. Ну... Нет, нет шипастой косы. Есть усиление яда, который прокает, который дает тебе этот. Блин, ну... коса берется под специальный вот этот вот ядовитый шип. Вместо с маленького лука в шип. Плохо, лук пускай играет. Лучше лук. Мне кажется, что лучше лук, чем... Он же шипы накачивает. Хотя... Блин, вообще может быть. Ладно, и ладно, может быть, вы правы. Может быть, вы правы. Low usage стамины. Давайте попробуем так, ладно, допустим. Повторка получается, пересобираешь билд, но из противника. Да нет, я вообще не факт, что в этот шип пойду. Блин, как же он меня критует. Чел, умри. Найс. Плюс один хп. И во что мы играем? Ну, мы, наверное, играем в пасфайндеров все-таки. Ну, а куда еще? Ну, не в стрелу же. Critical damage у оружий. Можно карты сделать оружиями, которые будут наносить critical damage. Грувкипер слишком... Да все это слишком много места еще занимает, на самом деле. По-любому плющ берем, да? Да никто не собирает стрелу. Ну это звучит смешно. Ну. Прикинь, они еще ремуют броню. Ладно, да, здесь скорее всего. Здесь скорее всего так надо брать. Драконик, который ворует у врага шипы, дает криты, когда у нас есть это. Но он ворует у врага шипы, это хорошо, это можешь взять, в принципе. Так, луки, вот это вот все, да. А драконик это еще и хороший активатор, кстати, Губерта. Две с половиной секунды, 3,5 секунды. Ну, пойдет, более-менее. Стальной щит один из вообще лучших активаторов Губерта. Ну, как я его сюда поставлю?
Критическая нехватка сумок, я понимаю, да. Еще лук под стального-то губа. Ну тогда уже стамины не будет хватать. Лотос дает 3 маны, ремувает 3 бафа от оппонента. Годли карта, кстати, это только она нам нахер не нужна. Зачем нам манна? Нет ни одного предмета, который за манну кладет шипы. Накладывает шипы. Кстати, он использует один шип и критует. Лук под стальным — это одна из лучших страток. А если найду ли я еще шипастый под него? Вот в чем вопрос. Кстати, я вытащил Rainbow Badge, а карта все равно пришла. А, ну потому что карты в рюкзаке, логично. Может еще и карты вытаскивать. Я до банка. А, я до банка тоже падает сама по себе. Сумка на стамину. Блин, наверное, все-таки ее берем. Не беру сейчас лук, не беру сейчас вот это. Сумку берем. Нам нужны активаторы. То же самое, только с другой стороны, но уже в сумке хотя бы. Сейчас, наверное, переделаем немножко, да? Активаторов маловато. Benny's Adventure Team, assemble! Нужно больше рюкзаков. Согласен. Это правда. Я нашел правильную расстановку. Чтобы еще карта сразу активировала губернского. Еще вот сюда вот клеверочек. Спасибо, Пистолорд. Спасибо за 30 месяц. Спасибо большое за поддержку. Ну и странное же дерьмо мы с вами собрали, друзья. 6 яда, 10 яда, 14 яда. Противник исчез. Спаркет Ковар, Хаммер, Агарик. Можно взять Агарик и Ягоду для активации Губерта. Я не хочу работать. Дайте мне просто деньги, я уйду. Яд-то хотя бы будет... ну, типа, нам же надо набрать 18 яда на оппоненте. Правильно? Правильно. Дай денег. Денег. Дай денег. Дай мне денег. Шипастый Corrupted Crystal X100. Блин. Дай денег. Денег дай. Жаль, что сумки не критуют, эти не критуют больше, да, но... Мне типа норм Corrupted Crystal, потому что я яды накладываю, но... 4-4, да? Но... А мы пойдем играть? Да, можно. Сейчас я доиграю, наверное, вот эту вот на радуге и пойдем. Домой он не зайдет.
Да ну нет, реверс. Реверс как будто некуда. Ну типа, рефлектись 3 дебафа, если нет дубликатов, укради 2 баф. Да не, некуда, некуда. Мне нужны только эйсы и, ну, лаверы со временем уйдут. Тузы нужны, чтобы критовать и шиповать. Наверное, да и удачу они дают. Не знаю, 100% крит. Зачем, если у нас сумка с критами? Надо критовую сумку продать. Я вот в этом очень не уверен. Вот в этом вот вообще не уверен. Вот не знаю просто, надо, не надо. Давайте так пока что. Украсть какие-нибудь шипы было бы найс. Ну, да, наверное. Помри уже. Блин, у него феникс. Все, потихоньку я перестаю тащить как будто бы, да? О, можно поставить криты на... Даже еще. На карты. Вольпер, Хероик, Банка... Еще одни лаверы. Мана мне не нужна, удача мне, наверное, не нужна. Ну, вообще нужна... Ну, сколько у меня? Раз удача, два удача. А, у меня это ради морковки разве что. Ну, и ради критов. Да и ради Poison Ivy. Морковки-то нету, да. Мана нет. Перчи. Может быть, я еще какие-нибудь шипастые перчи соберу. Сюда бы. Лук, конечно, надо ускорять. Я могу это сделать. Что лук это наш прям главный дамаг сейчас. Вот этот. То есть я дамажу за счет того, что конкретно у этого лука много раннего урона. Все остальное у меня ничего не делает. В принципе. Где же ананасы? Да, где же они, эти ананасы? Так, у него нет брони вообще никакой. Значит, я выиграю, скорее всего. 20-23 урона, килл. Хорошо, он, блин, 27 яда успел нажить. Ну, забирать 8, ну дичь. Поехали дальше. Ну, я с фулл этими добрался, офигеть. The full cards are revealed faster. If this is the first card, gain. Скорость, да? Дурак. Да, дурак, дурака, на дурак дурака видит из... Да хватит мне давать одно и то же. Дайте сумки. Ну, лампа Джина умеет давать шипы. Стоунскин пот, если бы у меня были камни, был бы топ. Я не знаю, лампу... А где мана, удача, броня в маленький лук? Слушайте, а лампу в маленький лук же офигенно можно запихнуть, да? Это будет работать. Почему в маленький? Потому что он быстрее бьет. Ну, скорость атаки больше. Большой не бьет дважды. Большой бьет один раз, раз в 3 секунды. Я только не знаю, как расставиться так, что... Блин, пока что можно лампу вообще отдельно, на самом деле, поставить, если так подумать. Типа, мне не прям, чтобы нужна лампа как активатор сейчас. Ее можно вообще вместо флая Гарика запихнуть. Она раз в 2 секунды хотя бы работает.
Corrupted. Блин, я вот скипаю Corrupted, а на самом-то деле они хорошие. Не знаю. Этот фаник, конечно, смешно лежит. Да, просто поищем сумки сейчас на следующий ход, чтобы все расставить нормально. Два уголька, вот это тоже норм. Давай. Дамаж, 46. 44. У него тоже, кстати, яды, но... Сыр. Сумка, да еще и по скидке. Да, это было неплохо. Корона. У меня есть... У меня мало манны. Быстро сумку ставить под карту обидно. Сейчас поменяем. Сейчас все поменяем. Ага. Ну, тогда потеряем единичку, но... Шанс резистить дебафы. Ману лампа еще дает мало. Да, да... Наверное, сыр все-таки нет. Хотя, блин, это жизнь. Сыр — это жизнь. Мне же надо как-то жить. Нет, мне я сейчас играю в какой-то странный ваншот-билд через шипы. И мне нужны сумки. Сумки. Блин, Lovers прям перебор. Мне пики нужны. Мана под лампу Джина. Хрен его знает. Тут на два прока меньше, то есть... Ну и здесь на два прока меньше. А, ну я могу еще вот так вот сделать. Если сделаю это, я могу вернуть нормально аккорн закинуть. По-человечески. А то аккорн у меня, конечно, очень грустно стоит. Давайте пробовать, я не знаю. Значит, карты критуют по 22 урона. Ну, кстати, 3 лавера и хилят. Да, может быть и про... Слушай, ну у меня здесь 100% крит шанс. Да, наверное, надо... Наверное, надо аккорн реально на этих лаверов поставить. Слушайте, а ведь отличная мысль. Дракон по скидке. Так, еще сумки поищем. А дракон больше урона наносит, но эти просто стилят лайф, поэтому вот так вот. Крит на дракона, да. Да, конечно, да. Все это под фулом довольно быстро вылезает. Лезер бутс, разовая броня, удача. Если бы я только мог как-то еще по-другому карты расположить, но я так не хочу менять все это расположение. Можем Чонка? Ну нет, Чонка, наверное, нет. Ну да, я, конечно, прикольно, но 10 маны, 10 голды и как бы... Ну, вообще не знаю. Нет, Чонк... Ну, как долго? У нас еще 6 раундов впереди, у нас фулл хп. Я могу Чонка сделать, но он недолгий, он будет много места занимать. С другой стороны, он будет критовать. У меня есть хит, у меня есть хит. У него урон 19-24. Чонк так-то на самом деле гига жесткий. Три раунда терпеть.
Тоже верно. Тоже верно, да. Три раунда жестко. Зато потом как встанет куда-нибудь сумку вот в эту, я ее подвину чуть-чуть, и он будет критовать. Че думаете? Я, ну типа, эрли у меня и так сильный, мне надо как-то лейт прокачивать, а чонг это сильно. Плюс 12 хита мы сможем накопить при помощи бёрнинга угольков. У нас 5 жизней. Но придется продать один лаки клевер. Угольки нельзя. Или одного лавера. Удачу тоже терять не хочется. Это стартовые криты, и плюс это nature item. Думаю, лавера выкинем, да. Угу. Пытаемся, чонка, пытаемся. Плюс он по рефлекте дебафы. Неплохо, неплохо. Думаю, что зайдет. Поехали. Я не знаю, ну, поехали. Я добилд. А у меня практически а-ля ваншота билд. Но у него шлемаки, которые не дают мне ваншотать его так с таск-персерами. 47 яда, и походу я проиграю. О, нет. О, нет. А вот были бы лаверы еще одни, которые украли бы 11 хп. Все запомнят мое имя. Перебор. Как будто а перебор. Да. А чего утром не сказала Тиан Пека? Не знаю, Пелагорих, не знаю. С другой стороны, это еще криты вот сюда. Может, Холи Броник? Хоть какая-то, хоть какие-то 55 брони будет, нет? Криты на карты? Да, это работает. Шапку, скорее всего, надо взять. Хард-контейнер вряд ли. Ну где я регенерацию возьму, кроме самого хард-контейнера? Нигде. А, Lovers. А, ну да. Подождите-ка. Мне же Lovers дают регенерацию. Так почему бы не купить тогда 70 макс хп? Вернее, 90, 90 макс хп, это на самом деле тоже нехило. Так, крит-шанс 40. Ричанс 60. Ричанс 70. Ну, они на 70 прокнули и, возможно, не кританули, но я выиграл. Я выиграл сковородку. Найс. Чонг, привет. Приветы. Приветы, Чонг. Мы, походу, тебя вот так вот переставляем, да? Мне, к сожалению, дурака надо, наверное, выкинуть. Что за жесть? Чонг, конечно, будет критовать. Да, естественно. Сейчас я пытаюсь понять, как бы шапку выставить. То есть... Они из-под лампы. Да, можно вытащить. Сделать так. Соответственно, да. Ай, блин, здесь тоже... Тогда, подожди-ка. Здесь тоже должно что-то лежать. А что здесь лежит? Здесь лежит крит.
Значит, делаем так. Блин, так это то же самое. Или не то же самое? Вот сюда фаник еще залез один. Может быть, так как-то? Минус один резист на Айви, ну, наверное... А, нет, подожди-ка. Да. А, нет. Три. Ну, все равно... Да, все равно минус один, потому что здесь дракон место занимает. Какая-то имба нарисовывается. Да, на самом деле, так кажется всегда. А потом на деле получается какое-нибудь говно. Потому что сейчас все равно будем проигрывать каким челом. Лампа, я, кстати, не заметил, чтобы лампа вообще хоть раз сработала пока что. Кстати, есть Pineapple. Эй, Pineapple, hey. Тут еще камни шапку бы, да, какую-нибудь, чтобы урона меньше было. Ну что, у тебя мало, слишком манны для лампы. Наверное. Ну, может, тогда ягодки залочить немножко. Да и броня у меня как бы, ну, только стальным губертом. Не, ананас дороговатый, миллион места занимает. Не хочу ананас. Лотос найти. Вот это как? Это что? Ядри 400 хп, берс. Откуда у тебя столько? Я думаю, я это не убью. Он сейчас выйдет в берс, и мы помрем. Он же еще и ворует шипы у нас. Хотя 36 яда, я смог его убить. А че у тебя с хп? Как? Откуда? Подожди, я не понял. 420 хп. А как ты настолько... Если бы он хотя одного запихнул в броню. 4 медведя. Черный лотос карта такая. А, ну да, может быть. Да, этот все еще не сработал. У меня 5 маны, 0 шипов, но это у меня этот воровал, да? Чонг! Но мне нужно как-то ему критов добавить. У него скорость раз в 2 секунды, да? Дурак еще быстрее. Нет, чем быстрее, тем на самом деле хуже в теории. Заяц, ягода. Вопрос, как ему добавить криты, чтобы было хорошо? Ну, лампу на него направить, например. Чонг еще лучше луком, бьет быстро. Слушайте, Вольпер может тоже немножко манны мне накинуть. Зайца вместо ягоды. Ах. И что, и подвинуть все карты? Кстати, может быть. Вольпер стакается с драконом. Ну, вообще, да. Если двигать, то надо двигать уже вот так тогда. Боже мой, что за билд? Подожди, а здесь что? А, ну да, конечно же. Вольпер. Я его ради бафов беру. Не ради стамины, конечно же, а ради бафов, да?
На тебя не дует этот, да? Заяц очень долго юзается, раз в 5 секунд. Ну, рядом с двумя этими плюс 30%, это 0,5-0,5 и еще 0,5. Это почти 3,5 секунды, это почти скорость ягодки. Это нормальная скорость, более-менее. Еще бы вот сюда вот этот как-нибудь, да? А, ну вот. Блин, может еще этот найти? Блин, я не знаю, куда хард-контейнер еще запихнуть. Их же не хватает рюкзаков-то. Мне кажется, здесь одного хватит. Блин, мне вообще знаете, что надо сделать? Мне надо сделать вот так вот, чтобы Чонг был в критовой сумке. Это супер важно. За место перчаток можно сердце? В принципе, можно. А куда тогда перчи запихать? Черт его знает. А перчи никуда не запихать. Гриб продавать им ход. Да нет, пускай пока этот закрывает. Вот здесь главное потом будет вот так вот переставиться, как только мы сумку найдем. Поставить вот это вот сюда, и у нас будет очень хорошая расстановка. Прям, ну, очень хорошая расстановка. Все карты на один сдвинуть. На один нельзя, можно только на два. То есть, либо так, либо никак. На один нельзя, они работать не будут. Ну, либо делать так, 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 и типа, и чё. Один назад плохо. Один назад не работает. Вы вот это вот учитываете? Да не, отличная расстановка. Две голды, все стоит сильно. Криты есть. Единственное, ну на этом луке, ну блин, все в паках. Вольпер. Этот усиляет щенка, ягодки... Ягодку вот сюда вот переставить. Вы говорили, гриб не нужен. Вы посмотрите, как он ягодки ускоряет. А? А? Все еще было не идеально. Уголь в чонка? А, да. Причем, наверное, оба. Причем, наверное, оба, потому что луки-то могут об щиты стамину всю потерять. Хотя не, можно вот этот вот здесь оставить. Этот маленький лук бьет быстрее, но он стамину жрет. И давайте на всякий случай, на случай щита. Хотя у нас стамин реген. Не-не-не, у нас стамин реген. Самое быстрое оружие это этот лук, значит, в нем и в чонке. Вот бы еще угольки найти. Разверни чонка на удачу. Давай. Поехали. Какая жесть, просто какая жесть. Блайндухи. Но блайндухи меня не должны контрить, у меня же лак. У него миллион брони. 10 скорости. Давай, давай, че, кто-нибудь попадите. Хорошо. Лампа не сработала, но была близка. Вольпер работает со скоростью 3,42, ягодка 2,78. Ну пойдет, пойдет. Бафов точно хватит на лампу? Ну вот все еще, видимо, не хватает. Морковь. Нет. Зачем мне импаверы? Не, не надо. Мне нужны сумки. Давайте найдем сумки. Ну вот вам и радуга. Да, Тостер все это жаловался. Джимба!
За каждые три сзади у меня не. У меня только две пары есть. Я могу резистить критикал хиты. Ну, как будто бы нет. Блин, я все еще не смогу. А, может быть, сейчас смогу. Да. 5 бафов дает. Получи 5 рандомных бафов. Проблема в том, что я не знаю, как его поставить. Мне бы, наверное, еще один этот сюда. Ну, типа, если я его поставлю сюда, я не смогу резистить дебафы. У нас быстрое... Ну, не... Видишь, я теряю в такой... В таком случае этот... Блин, ну тогда подождите-ка. А, тогда я еще теряю снятие дебафов. Ну, а зачем мне Джимбо? Ну, типа, серьезно. Ну, 2 крита срезистить в конце за каждую пару. У меня 1 пара. Не-не, Джимбо. Джимбо не нужен. Джимбо пососнич. Можно мана-орб взять. Чтобы была манна под ягодки в том числе. Нужно нам бафы брать? Да нет, конечно. Либо шипы, либо манна, либо просто эмпауэр. Еще и бесполезная вампирка, которая не работает. Либо реген для сердца. Да не, я думаю, что... Я думаю, что Джимбо мы скипнем. Пойдем поищем сумки. Одиночную сумку, пожалуйста. Джимбо так и норовит прийти. А мы накладываем дебафы, мы яд накладываем. Закинуть в этот, в хард-контейнер, чтобы хоть немножко брони было. Было. Мало яда. Ну, 30 яда. Это сколько? Это 24 брони. Ладно, Джимбо. Я даю тебе шанс. Единственное, вот сюда бы как-то клеверок переставить. Возможно это? Нет? А, да, возможно. А, если только сюда еще подставить его. Увы, мне кажется, увырги. Блин, неужели... Нужно ли мне за дебафы? Я реально только дебафы эти накладываю. Подвинь клен и разверни Джокер. Чё? А как? Ну разве что вот этот двигать, опять же. Но мы уже поняли, что тогда лук криты не получает. Этому луку, кстати, криты не так-то и нужны на самом деле. Я лучше под чонком оставлю эти криты. Что-то какое-то говно получилось. Подождите-ка. Вот так вот. Фуй. Теперь шапку некуда пихать. И все равно Джимбо забирает этот слот дурацкий. Вертикально тройку поставь. Вот так. Или вот так. Тогда проблема с этим. Ладно, тут не такие уж проблемы. И все еще нет места под... Нет, есть.
Я вообще могу вот так теперь сделать. Но без шапки идти плохо, мне мама всегда так говорила. Заяц один, а чё заяц? Просто смирись, что 5% того не стоит. Ну вообще, скорее всего, да. Дурака убрать. Да. Мы же его только купили. Чисто попробовать, чё он умеет вообще. Типа, в смысле убрать? Да, монорб можно повыше поставить. Джокера самый первый. Нет, ты знаешь, как будто бы... Блин, ну вообще... У меня не прям много карт. Блин, может, ты прав, дурак? Широкую на широкую. Что здесь делать Джокер из Балатра? Коллаборация. Карты на две клетки вправо. Зайца сдвинуть вправо. А кто тогда будет активировать этого? Норк правее. Правее нельзя здесь урон. Вернее, вот эти вот резисты. Как я устал. Не стоит 5% того. Ну не стоит, согласен, согласен. Не стоит. Поехали. Карта в обратную сторону. Не-не-не, все, 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 все. Не надо ничего разворачивать. Не надо ничего делать. Здесь нет дебафов. Все, мы нашли чела, у которого нет дебафов. А значит, наш лист ничего не... Ну, ничего не... Ну, не так страшно. И, походу, мы проиграем. Я все еще не... Я не успеваю под щенка собрать 12 хита. Жаль. У меня, кстати, всего лишь 40% крит шанс под одним аккордом. Здесь 100%. Не прокнула лампа. Ну да. Ну это, слушайте, вилан, подожди, я думал, это молот, чего? 4 банана, молот, вилан, кастет. Вилан с критами, а где у него криты? А, ну, Наклз, да, 35% крит шанс, ну. Вилан с кинжалами и с молотом одновременно. Я чуть не думал, что он такой жесткий будет. А ладно. Есть еще White Ice Blue Dragon. И на самом деле, если я найду этот, я могу вот сюда поставить. Он я... Вот он явно лучше, чем этот. Так, сумку, пожалуйста. Сумка, молю. Сумка. Одиночная. Не четверка, одиночная нужна. Я, конечно, куда-то как-то могу четверки запихнуть, но так не хочу это делать. Лук замедлять четверками. Хотя... Можно. Смотрите, вот так. Нельзя лаврозов вот так вот еще поставить. Можно возле аккорна. Все. Больше ничего не могу сделать. Все. Закончились. Джимбо 0 дубликатов, 0 досов. Вообще ничего не делает. За каждую пару резисти баф. Джимбо просто ради бафов. Нет, Джимбо последним нельзя. Нельзя, нет смысла. Шапку наверх. Мы сделали это. Мы это сделали. Оно на своем месте. Оно закрыто. Ура. Все, погнали. Финал. Это финал.
ну, два критовых лука. Я думаю, он меня ваншотнет быстрее, чем я его. Тем более, он сейчас корону включит. GG. Ой, кто бы мог подумать? Ой, кто бы мог подумать, да? Угу. Что его лампа джина в лук сработает быстрее. Абсолютно. Абсолютный кэнсер. Шестнадцать этих набрали. Блин, ну это была лучшая партия за последние дни. Это была реально лучшая партия за последние дни. Рейнджер. С чонком. С картами. С радужной эмблемой. Просто какая красота. Какой балдеж. Какой балдеж.